есть животворящая и нераздельная Троица, всегда, ныне присно и во веки веков. Всем притчи люди, Господу помолимся. Господи, помилуй. Многострадание в стране нашей российской православных людей, об отечестве в России несущих о спасении, Господу помолимся. Господи, помилуй. Господи, о весе сей всякой весе, граде, стране и верою живущих ней, Господу помолимся. Господи, помилуй. Плодов земных и временах мирных, Господу помолимся. Господи, помилуй. Плавающих, путешествующих, недугающих, страждущих, плененных и о спасении, Господу помолимся. Господи, помилуй. Избавитесь нам от всяких скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Господи, помилуй. Боже, Твоею благодатью, Господи, помилуй. И святую, пречистую, преблагословенную, славную владычицу нашу Богородицу, Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувшие сами себе, друг друга весь живот наш, Христу Богу предадим. Господи, как подобает Тебе всякая слава, честь, поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
Пасха великая, Пасха великая.
проповедите учеником Его. Среди него же сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся Бой. Пасха красная, Пасха Господня, Пасха, Пасха всечестная. Твоя тяготеет на мне,
Нет целого места в плоти моей, гнева твоего, нет мира в костях моих, от грехов моих, ибо беззакония мои превысили главу мою. Как тяжелое бремя тяготели на мне, смердяжные ясы, раны мои, безумие моего, я так бег совсем не поник, весь день седую я хожу, ибо чресла мои полны воспалениями, и нет целого места в плоти моей, я изнемог и сокрушен чрезмерно, плечо отрезание сердца моего, Господи, пред Тобой, все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя, сердце мое, прибежи, оставила меня сила моя, и свет очей моих, и того нет у меня, друзья мои, истины не отступили от язвы моей, и ближние мои стоят вдали, ищущие же души мои, ставят свечи, и желающие мне зла, говорят о погибели моей, и замышляют всякий день поздний, а я как глухой не слышу, и как немой, который не открывает уст своих, и стал я как человек, который не слышит и не имеет в устах своих ответа, ибо на Тебя, Господи, уповаю я, Ты услышишь, Господи, Боже мой, и я сказал, да не восторжествуют надо мной враги мои, когда поколеблется нога моя, они величаются надо мною, я близок к падению, и скорбь моя всегда предо мной, беззаконие мое, я сознаю, сокрушаюсь о грехе моем, а враги мои живут и укрепляются, и умножаются, ненавидящие меня безвидно, и восстающие мне злом за добро, враждуют против меня за то, что я следую добру, не оставь меня, Господи, Боже мой, не удаляйся от меня, поспеши, на помощь мне, Господи, Спаситель мой, Боже, Ты, Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я, Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой, и сохшей, и безводной, чтобы видеть силу Твою и славу Твою, как я видел Тебя во святилище, ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь, уста мои восхвалят Тебя, так благословлю Тебя в жизни моей, во имя Твое вознесу руки мои, как туком и елеем насвящается душа моя, и радостным глазом восхваляют Тебя уста мои, когда я вспоминаю о Тебе на постели моей, размышляю о Тебе в ночные стражи, ибо Ты помощь моя, и в тени крыл Твоих я возрадуюсь, Тебе прилепилась душа моя, десница Твоя поддерживает меня, а те, которые ищут погибели душе моей, сойдут с преисподней земли, сразят их силу и меча, достанутся они их добычи лисицам. Благослови мне, Сергей.
Царица во гробе ангел, мира носится вещаши. Видите вы гробы, уразумейте, спас во воскресе от гроба. Господи, содействующий чудесы, подающему нам верю и милость. Негда скорбите мне, Давидски пою тебе, спаси мой, избави душу мою от языка льстивого. Пустынным живот блажен есть, божественным рачением воскреляющимся. Сидящих одного у главы,
и другого у ног, где лежало тело Иисуса. И они говорят ей: «Жена, что ты плачешь?» Говорит им: «Унесли Господа моего, не знаю, где положили его». Сказав сие, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус. Иисус говорит ей: «Жена, что ты плачешь, кого ищешь?» Она думает, что это садовник, говорит ему: «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, я возьму его». Иисус говорит ей: «Мария». Она, обратившись, говорит ему: «Рабуни», что значит «учитель». Иисус говорит ей: «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему. А иди к братьям моим и скажи им: восхожу к отцу моему и отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему». Мария Магдалина идет и возвещает ученикам, что видела Господа, и что он это сказал ей. Иже во святых отец наших святителей, Тихона, патриарха Московского,
исповедника священного ученика Владимира Киевского, Вениамина Иосифа Петроградского, Андроника Пермского, Гермогена Тобольского, исповедников Петра Крутицкого, Кирилла Казанского, Гафангела Ярославского, священномучеников, пресвитеров Иоанна Иоанна, всех священномучеников новых и исповедников Церкви Российской Святославной и Доброповедных мучеников, святого славного великого мученика, Владимира Победоносца, чудотворца Георгия, святого великого мученика и святителя Пантелеимона, жизнь.
распятием Твоим, еже претерпел и плоть ее. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, вновь в гробе Тебе, положи щепи Иосиф благообразный, воскреса уже и сей мертвых, приневен, снова сотворивый нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Обращаемся мы с молитвой, то есть ко святым. Сколь это важно. Вот так говорит святитель. Ничто ведь не может сравниться с единомыслием и согласием, при этом и один бывает равен многим. Если, например, будут единодушны 2 или 10, то один уже не один, но каждый из них бывает в 10 раз больше. И ты в 10 найдешь одного, и в одном 10. Если у них есть враг, он уже нападает не на одного, а бывает побежден, так как если бы нападал на 10, потому что подвергается поражению не одного только, но 10. Если один обеднел, он не в бедности, потому что имеет достаток в большой части, то есть в 9, и обедневшая часть меньшая, прикрывается большую, имеющей достаток. Каждый из них имеет 20 рук и 20 глаз, и столько же ног. Не своим только глазами он смотрит, но и глазами других. Не своими только ногами ходит, но и ногами других. Не своими только руками работает, но и руками других. Он имеет и 10 душ, так как не только сам о себе, но и другие о нем заботятся. Если бы их было и 100, опять будет то же самое, и сил еще более увеличится. Видишь ли необыкновенную силу любви, как она делает одного непобедимым и многочисленным? При ней один может быть во многих местах, один и тот же и в Персии, и в Риме. Чего не может сделать природа, то может любовь. Одной части он будет здесь, а другой там. Или лучше, он весь здесь и весь там. И если он имеет 1000 друзей или 2000, то подумай, сколько еще увеличится его сила. Во сколько увеличится его сила? Видишь ли, какое умножение производит любовь? Чудно в самом деле то, что из одного она делает 1000. Для чего же мы не приобретаем этой силы и не утверждаем себя в безопасности? Любовь лучше власти и всякого богатства. Она дороже здоровья и самого света. Она основание благодушия. Доколе мы будем ограничивать любовь одним или 2, возьми себе урок из противного. Пусть кто-нибудь не имеет ни одного друга, что служит знаком крайнего неразумия, потому что только глупый скажет: «Нет у меня друга», какова будет жизнь его? Хотя бы он был чрезвычайно богат, хотя бы в довольстве и роскоши,
хотя бы приобрел бесчисленное благо, он бывает одинок и беспомощен. Между друзьями же не так, но хотя бы они были и бедны, они бывают богаче богатых. Чего кто-нибудь не посмеет сказать сам за себя, то скажет за него друг его. Чего и даже гораздо более того. Таким образом, дружба будет для нас основанием всякого удовольствия и всякой безопасности. В самом деле, невозможно потерпеть какого-либо зло тому, кто охраняется столькими оруженосцами. И царские телохранители не так бдительны, как эти. Те охраняют по нужде и страху, а эти по доброжелательству любви. Любовь же гораздо сильнее страха. Притом царь боится своих стражей, и человек, имеющий друзей, больше надеется на них, чем на себя, и при них не боится никого из злоумышляющих против него. Будем же приобретать этот товар, бедный, чтобы иметь утешение в бедности, богатый, чтобы в безопасности владеть богатством, начальник, чтобы безопасно начальствовать, подчиненный, чтобы иметь благословленных начальников. Это повод к снисходительности, это основание кротости. Ведь и между зверями те особенно жестокие и неукротимы, которые не живут стадами. Потому-то мы и живем в городах и имеем площади, чтобы обращаться друг с другом. Это и Павел повелел, говоря: не оставляйте собраний своих. Послание к римлянам. Нет ничего хуже одиночества, необщительности и недоступности. И они не без друзей. Они удалились. Говорит, что же скажешь, монахи и те, которые заняли вершины гор? И они не без друзей. Они удалились от шума городского, но имеют многих товарищей, единодушных с ними и искренне привязанных друг к другу. Для того они удалились от мира, чтобы достигнуть этого. Так как препирательство в делах производит многие распри, то они удалились от мира с великим усердием упражняться в любви. Что же скажешь, если кто будет один? Уже ли он имеет бесчисленных друзей? Я желал бы, конечно, видеть, если возможно, чтобы отшельники жили вместе, но и теперь да будет непоколебима дружба. Ведь не место делает друзьями, и у них есть много почитателей, но их не почитали бы, если бы не любили. Да и они со своей стороны молятся о всей вселенной, а это служит величайшим доказательством дружества. Потому-то и в таинствах мы лобзаем друг друга, чтобы нам многим быть едино. И не о посвященных совершаем общие молитвы, молимся о больных, о плодах вселенной, о земле, о мире. Видишь ли всю силу любви в молитвах, в таинствах, в увещаниях? Она причина всех благ. Если мы будем усердно держаться ее, то и настоящее хорошо устроим и достигнем царствия, которого досподобимся все мы. По благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, через Которого и с Которым слава Отцу со Святым Духом во веки веков. Аминь.